А, молодец, молодец. Молодец, твои родня посмотрит, посмотрит, как ты факью показываешь. Смотри, аж два факью. Два факью, да. Вот какая хорошая работница. Камеру убрал. Руки что ты распускаешь? Камеру убрал, сейчас я... Что руки распускаешь? Уйди отсюда. А? Пошел отсюда. Да успокоить. Сейчас ты меня успокоишь, ага. Я тебя успокоить. Руки убрал свои. Ты что руки распускаешь? Руки убрал. И перестань снимать меня. Тебе разрешали? Разрешали? Ты мужик? Да. Ты уебище. Да ты уебище лесное. А ты кто? Убери свой телефон. Что сейчас делать? Ничего не сделать. Клоун. А ты мужик? А ты хочешь проверить? Да? Да? А что там проверять-то? Тебе никто не дает, наверное. А как тебя зовут? Деточка, как тебя зовут? Пошел отсюда. Ты работник магазина, я так понимаю, да? Тебе колышет вообще, кто я? Колышет, конечно. Не колышет. Ты никто. А я с никто не разговариваю. Да? Да. Ну, судя по прибору у тебя на руке, ты работник магазина. Пошел отсюда. Я пойду, не переживай. Да? Ты чмошный, понимаешь? Кто я еще? Кому ты нужен? А что ты так завелась-то, я могу понять? Потому что ты меня бесишь. Только поэтому? Ну, вроде не весна, слушай, ну а зачем их сюда выпускают? Поздняя осень. А, поздняя осень? Здравый. Надо рекламу, перепёсок. Ага.